Не поверите, кто у меня тут есть. Маленькие-маленькие улетята. Смотрите, какие они милые. Мне их 33. 33 коровы, 33 коровы. А жрут точно как коровы. Это несколько дней спустя. Это не все, это только часть улетят. Просто не стала всех в ладошку засовывать, чтобы они не свалились. Просто решила вам показать, какие они чудесные и милые. Вот. Все живы, активные, все хорошо, все замечательно. Такие вот малыши. Ты куда собрался? Ты сейчас свалишься, чудик. Хотя, конечно, вряд ли, потому что они так прилипают, как липучки. Что даже если я сейчас переверну ладошку, они все останутся на ладошке, мне кажется. Кроме вот этого. Он, скорее всего, отпадет. Давайте проверим. Ой. Нет, все-таки мокрая рука. Поубирала у всех улиточек в контейнере и сейчас положу им морковку. Хочу улетят с детства приучать к морковке, потому что морковкой на самом деле очень удобно кормить. В том плане, что она долго не портится. Это такой овощ, который можно положить, и пока они ее полностью не съедят, морковка практически не пропадает. То есть очень редко бывает, что она гниет там или что-то с ней происходит. Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jess Life Pets и нажми на колокольчик.